писательское имя Бориса Васильева не нуждается в представлении. Оно известно самому широкому кругу читателей. Мы хотим представить одну из самых незабываемых его повестей о Великой Отечественной войне «А зори здесь тихие». Сюжет прост и жесток, как всякий военный сюжет. Интонация правдива и безжалостна. Язык незатейлив и прозрачен. В чем же главная сила повести? Быть может, в том, что ее героини идут на подвиг и погибают неизбежно и страшно. Повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие» – одно из самых пронзительных по своей лиричности и трагедийности произведений о войне. Пять девушек-зенитчиц во главе со старшиной Восковым в мае 42-го года на далеком разъезде противостоят отряду отборных немецких диверсантов-десантников. Хрупкие девушки вступают в смертельную схватку с крепкими, обученными убивать мужчинами. Светлые образы этих защитниц, их мечты и воспоминания о любимых, создают разительный контраст с нечеловеческим лицом войны, которая не пощадила их, юных, любящих, нежных. Это книга, которую необходимо прочесть. Книга о пяти павших, молоденьких и самоотверженных девушках из 20 миллионов жертв Великой Отечественной войны. Впечатления и воспоминания останутся на всю жизнь. Это не только классика, но еще и очень напряженный и динамичный сюжет, захватывающий дыхание.